вот варю, понимаешь, рагушку, так скажем. Баклажаны, начиненные рагу. По факту сюда должен помещаться фарш. Но у меня фарша под рукой не было, и я сделал рагу. Делаю это блюдо именно вот с начинкой из рагу. Третий раз. Получается вкуснятина. Все на томатном соусе, который, опять же, сделан из своих же помидоров. В общем, все свое в огороде. Баклажаны, помидоры, кабачки, перцы, огурцы. Даже вот тут сыр видно. И все это готовится на самодельной печке. Ее еще называют в простонародье ракета. Она сделана из обрезка трубы, скважинной трубы. Сварена под углом 38 градусов. Сюда помещаются дрова, тяга. Обязательно вот здесь нужна вот подставочка под кастрюлю, чтобы выходил воздух, чтобы тяга была. Ну, вот таким образом готовится все. Тут же рядом еще вторая печушка. Опять же, собрана из отходов всяких, там остатки кирпича были от старой печи. Это сейчас варится для собачки нашей. У него блюдо не менее вкусное, тоже рагу. Но разница в том, что у него фарш есть, у меня фарша нету. Вот. И у него еще попутно там много чего вкусного. И гречка, и рис, и так далее. Вот. Сама собака, вот она. Да, собака? Он у нас тут охотится, копает. Я вот здесь собирался, понимаешь, делать беседку, а он мне все вот эти вот шпалы окопал. Иди сюда. Иди лапку мне неси. Каждый божий день кого-то... Неси мне лапку. Лапка, давай мне. Где у тебя лапки? Где она, лапка? Вот эту давай. Молодец. Умная такса, умная. Умный. Дики, пошел. Иди копай. Копай, иди, копай. Копай. Молодец. Копай. Вот так. Молодец.